Если ты, пацан, не знаешь, как добиться хасла, выебнуться перед тёлками и засветиться мазой. Все, что нужно, пёсные девайсы, ППС приправ, 7 миллион просмотров на ютубе, твоя жизнь прекрасна. Я играю в МТА, мне поебать на ваши нравоучения в области... Саша, ты же как растение. Целыми днями сижу перед экраном и ебашу по клаве, по мыши, так что ваши соседи услышали. МТА и в жизни для меня ничто не красиво, особенно если тащу против стаи дебилов. Бутылка пива под столом герла, в мониторе игра. Если кто-то появится перекрестий, тому пизда. Антоха, как дела? Ебала? Это мой кореш Луганца, все души хуярит текста. И, кстати, этот текст читает тоже он. То есть я, а впрочем, не воспринимай, пацан, всерьез, это игра.